воевал в составе Первого Белорусского фронта, руководил которыми маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Прошли боевую операцию по освобождению Белоруссии. И 1 августа 1944 года, в Польше есть река такая, Висла, форсировали ее и заняли Магнушевский плацдарм для броска на Берлин. Ну а как плыли? Да плотик держались. 5 человек у пулемета. Отмель была, и хорошо, что отмель была, снесло нас. Но все-таки выжили, Господь еще помог нам. В феврале месяце 45-го года по льду, тонкий был 10 сантиметров, мы форсировали Одер и заняли Кюстринский плацдарм. Расширили, получили пополнение и в апреле месяце начали брать Берлин. Стрелял я из пулемета хорошо. То, что я делал там, то, что я видел там, как защищают наши солдаты нашу советскую родину, не дай Господь никому.